Хозяин этой булочной на седьмой просеке вовремя не оплатил налоги. Задолжал более 10 тысяч рублей. Теперь, когда к нему пришли судебные приставы, он должен оплатить счет в течение суток. В противном случае у него могут списать 70% полученной прибыли с кассы в счет погашения долга. На само имущество нет. Там в основном выпечка и такие продукты, скоропортящиеся, накладывать арест не имеет смысла. Первым, что делается по федеральному закону об исполнительном производстве, это арестовывается денежные средства. Этот фруктовый киоск на Новосадовой работает уже более 30 лет. Его владельца на месте не оказалось, поэтому постановление на ограничение расходных операций по кассе вручается доверенному лицу. У нас подходит срок оплаты налогов физических лиц, это 1 декабря. И в целях недопущения применения взыскания необходимо оплатить все налоги в срок. За 6 месяцев 2018 года в Управление службы судебных приставов в Самарской области поступило более 68 тысяч исполнительных документов на сумму 3,5 миллиарда рублей. Почти все должники – индивидуальные предприниматели и юридические лица. Сотрудниками ведомства было взыскано свыше 1 миллиард рублей. Имущество арестовано на 48 миллионов.